А сейчас, товарищи, будет вообще чудовищный по своей силе эксклюзив, потому что сейчас будет исполнена песня, которую Москва услышит только завтра. Те, кто решили не ходить на сегодняшний концерт, потому что собрались идти на питерскую презентацию альбома 12 мая, тоже обловятся и не услышат ее сегодня. А вы услышите, потому что вы к ним пришли, потому что вы молодцы. Помните, как огородная судьба, да? Хорошая Галя ушла, правильно сделала. Вот. Вообще, песня... Песня называется «Не успеваю». Оставаясь живым, непростая работа, оставаясь живым.